какими-то отношениями с Соросом, они сами соровцы. Они сами получают деньги из этого, из вот этого, вот как там называют, не знаю даже, как называют, из этого общественного организации, наверное. Они сами получают деньги оттуда, но взять такое, говорить и это все раскрутить, это тоже бред, я вам скажу. Это неправда, мы никакого отношения к ним не имеем. Я, например, сам никогда не видел, что там творится.